еще раз посмотреть на карту. При планировании обычно упускают самые опасные места. Не волнуйся. У меня с планированием все в порядке. Мы возьмем камень, пока он хранится на чердаке музея. Камню совсем не такой запутанный. Так что берите и делайте то, что я говорю. Ты только не облажайся, Мюррей. Мне можно верить, Лобковец. Хорошо, за дело. Готова, Клеопатра? Бегу я, готова. Рокет, Бишоп. Человек-змея готов. Слесарь готов. Как я уже сказал, планирование — это все. Лобковец? Да-да, техник готов. Твоя очередь. Надо взломать защищенную дверь. Без проблем. Безотказно. Ничего сложного. Стандартный замок R30K. Ну, Клео, как ты тут? Очень смешно. Зачем меня здесь запирать? Потом объясню. Попробуй-ка отсюда выбраться. Ты совсем чокнутый, Мюррей. Thank you.
не больно? Надеюсь, с играми покончено. Хорошо. Выпускаю тебя, Клео. Просто иди в открытые двери. Серьезно, что ты задумал, Мюррей? Поторопись, дорогая. Я уже тебя тут ждала. Ну, путь свободен. Так что давайте наверх. Идет по плану. Все как-то слишком просто. Мюррей, ты уверен, что ничего не упустил? Да. А теперь сосредоточьтесь. Здесь много чем можно поживиться помимо лунного камня. Ну же, Бишоп, открой рокет-дверь и добычу по дороге не забудь. Мне твой тон не нравится, Мюррей. Такие камеры знаешь. Ну, очень смешно, Мюррей. Я думал, ты эту камеру отключишь. Да ладно. Если немного рискнуть, будет только веселее. Надо лучше координировать действия. Время рассчитывать. Это вам не в китайский ресторан сходить. Ах, да. В 63-м в Карсон-Сити тоже все от расчета времени зависело. Наша первая совместная работа. Помнишь, Бишоп? Разумеется. Мне тогда требовалось в первую очередь терпение. Могу ли я, наконец, что-нибудь сделать, о великий планировщик? Конечно, дорогая. Путь свободен. Только терпение не теряйте.
уже не первый раз не замечаешь, что тебя снимают. Вот как, Мюррей. Мы здесь все профессионалы. А ты не вмешивайся, Клео. Итак, Рокет, бери ключ и действуй, детка. Я тебе не детка. Хорошо. Что дальше? Видишь? Сработало. Можешь не продолжать, Мюррей. Идем дальше.